Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Предсказание судьбы и погоды – извечное увлечение человечества. Поэтому сегодня мы поговорим о портативной, миниатюрной домашней метеостанции от компании ЕА2, а именно о модели OP301 Optimus. Данная метеостанция-термометр поставляется в цветной прочной коробке, гарантирующей ее сохранность при доставке и приятный внешний вид. В комплект поставки входит сам базовый блок с настольной подставкой, а также один беспроводной радиодатчик. Корпуса базового блока и выносного датчика выполнены из прочной пластмассы в стиле хай-тек с возможностью размещения их как на стенах, так и на любой горизонтальной поверхности. Дальность действия датчика 30 метров. Питание базовой станции осуществляется от трех, а выносного датчика от двух батарей типа 3A. Экран базовой станции с голубоватой подсветкой имеет большую диагональ и визуально разделен на три области. Нижняя его часть предоставляет нам полную информацию о времени, месяце, числе и дне недели. Средняя область сообщает нам о текущей температуре в помещении. Верхняя – о температуре, передаваемой беспроводным датчиком и тенденциям ее изменения. Среди функций станции есть память максимального и минимального значений температуры внутри и снаружи помещения. Диапазон измерения температуры внешним датчиком составляет от минус 40 до плюс 50, а базовой станции внутри помещения от минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию. На задней стенке базовой станции находятся кнопки, позволяющие выбрать канал датчика, 12- или 24-часовой формат отображения времени, представление температуры по шкале Цельсия либо Фаренгейта. Также здесь находятся кнопки управления будильником, установки граничных значений температуры, алертов и настройки времени и даты. На торце корпуса удобно притаилась кнопка «Подсветка дремать». База метеостанции позволяет контролировать внешнюю температуру от 1 до 3 внешних датчиков с точностью измерения в 0,1 градуса. Итак, отличный дизайн и эргономика метеостанции позволяет ей вписаться практически в любой интерьер вашего жилища. Но для себя отметил лишь несколько неудобное расположение кнопки «Подсветка дремать», когда же все же решил воспользоваться будильником. Но на то он и будильник, чтобы поднимать нас поутру, не выключаясь просто так. Не правда ли?